Наркополицейские празднуют новоселье. Новое административное четырехэтажное здание появилось рядом с главным корпусом. Церемония закладки капсул состоялась в августе 2011 года. По плану работы должны были завершиться в конце 2013-го, но строители успели все сделать раньше. Этот день долго ждали. Мы не только ждали, мы стремились к этому дню. Дню, когда откроется новое здание нашего управления. 2,5 года по плану должно быть строительство. Но мы вспомнили, что мы все-таки родом из Советского Союза и досрочно за 1 год и 5 месяцев данное здание построили. В новом здании созданы все условия для эффективной оперативно-служебной работы. Пока еще в полупустых кабинетах появится современное оборудование. Сюда переедут специалисты следственного подразделения. Для поддержания физической формы в здании предусмотрен тренажерный зал. Есть также зал для занятий единоборствами. Такие условия позволят сотрудникам ведомства всегда быть на высоте. Это серьезный этап. Потому что до этого они ютились, вот следователи в частности, по несколько человек. Это неприемлемо. И те условия, которые созданы, это как некий, что ли, аванс для дальнейшей, более мотивированной работы. В марте 2013 года региональное управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков отметит свое десятилетие. О лучшем подарке к празднику сотрудники ведомства даже не могли мечтать. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.